Что? Куда идем-то? В музей. Какой? Какой? Где находится-то? Не знаю. На улице Казанская, 7. Пришли в музей Титикака. Тут у нас разные такие артефакты. А Титикака — это огромное озеро, которое было заливом. Заливом. Вот, раньше. Вот, это маски для Golden Wolf. Вот такие вот. Теперь вот это вот. Вот эта вот маска, это для тот. Для тех, кто пьяный или для... и не послушный. Для дебоширов. Для ведьм и гадалок. Это что? Так, это что у нас? Это озеро Титикака. Самое загадочное озеро, которое раньше было морским заливом, да? Вот здесь все написано. Что это у нас машина? Что про нее пишут? А, это оригинал, президент Великобритании. Смотрите, реально одноместная машина. Ну-ка, что это? Самый крохотный серийный автомобиль. Дальше что? Спам, да? Как мы привыкли, спам — это письма ненужные, да? На самом деле, смотрите, что это было раньше. Это пряная ветчина. Это оригинальная газета, в которой были новости о том, что Титаник потонул. И вот здесь написано, да, что в основном выжили женщины и дети. Так, вот здесь написано, да, про Титаник, сколько было пассажиров, сколько спаслось. Смотрите, каюта первого класса. Стоила как годовая зарплата капитана. Офигеть. Цифры, 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 коды. Смотрите, что это. Это самый первый Macintosh. А интересно, что самый первый компьютер, который создали, да, он весил 50 тонн. И он был не по карману обычным людям. И можно было первый Макинтош, вот этот, который здесь изображен, не изображен, а представлен. Смотрите, дискетки, помните? О, это еще было в моем детстве. Его можно было брать домой на аренду. В качестве аренды на тест-драйв на 24 часа. Человека и женщина племени Падаун. Эти люди, они надевают на свою шею вот такие кольца, чтобы шея растягивалась. Сколько может быть сантиметров? Ну, 40 сантиметров. 40. А сколько вес колец? 5-9 килограммов. 5-9 килограммов. Как вы думаете, что это? Саф? Не знаю. Это обувь для монарха. Да, представляете, это обувь. Вот такие были для гейш, а вот такие для монахов. Ребят, лайк, подписка. Смотрите, какой размер мизерный. Это туфля китайской модницы. Это для бабушки. Это уже европейской модницы. Помню, помню. Были у меня такие.
Мам, ты представь, какие это туфли. И опять китайцы. Боже, я не представляю, как они в таких ходят. Такие... Мама, 7-10 сантиметров туфли. А, да. Это головы, и как индейцы думали, что когда убивают своего врага, то в них остается дух в волосах и в голове. И поэтому они отрубали головы, забирали голову себе, отрезали всю кожу, вынимали череп, варили его, пока голова не станет маленькой. Потом они сшивали рот вот этим головам, чтобы они позвали своих соплеменников. А мы идем в следующий зал. Это люди, которые попали в книгу рекордов Гиннесса. Это самая богатая, но при этом самая скупая женщина. Генриетта Грин. Это мужчина, который питался железом, в основном металлом. Это кто? Сап. А остров долгожителей, люди, по сколько здесь живут? 100 лет. Примерно 100 лет, да? И старше население. Это что? 5-летний мальчик что сделал? Полчасового полета заштурвал самолет, да? Это про Пабло Эскобара. Мама, это сними. Что? О, это Тупак? Да. Чики-чан. Продал более 75 миллионов копий своих альбомов. Чики-чан. Так, это что такое? Падение с ратуши? А, это он как трюки выполнял, да? Без дублеров. Это Джеки Чан. Джеки у нас тоже в книге рекордов Гиннесса, да? Это что такое? 30 лет без сна. Это человек 37 лет без сна. Представляешь, пробыл? Невозможно. Ребят, смотрите, а вот эта вот женщина, которая на хоккейном матче получила по голове клюшкой, и она может теперь вот так выпучивать. Научилась, глаза. Да? Да. И еще она в книге рекордов Гиннесса, и она в... В каком-то году она выпучила глаза аж на 11 миллиметров. Представьте себе так. Это Томас, который жил в Англии, и у него был самый длинный нос. 19 сантиметров. Красота, да? Ребят, смотрите, это вот яйца. Еще такой крошечный яйца. Карликовый, карибель. Потом уже вот это яйцо перепелиное, яйцо куриное, яйцо страусиное и вот это вот известное. Оп, динозавр, может, какого? Да, динозавр. Вот ребята, динозавр, он достигает ровно 19 сантиметров. О, какой огромный. Его можно найти в морях, океанах, так что... В смысле? О чем ты говоришь? Нет, это правда. Ага, найти, конечно. Да. Нет. Можно? Нет. Можно. Какой зуб? Это пасть. Новый на том же месте. Зубы достигают 19 сантиметров. Мегалодон сам достигает ровно 16-18 метров. Это, прикиньте, это вот такая огромная акулища. И он питается дельфинами. А людей ест? Как? Что, серьезно? Нет, прикинь, нет. Можно вам почувствовать себя археологом и покопаться в реальном песке. Посмотрите, вот какой он хороший. Он такой гладкий. Вот.
очень важно покопаться вот этой кисточкой. Что нашел? Костик. Это скелет. Видимо, какой-то кобры. Самый большой жук. Живущий на земле. Смотрите, какая красота. А это что такое? Это самый большой цветок на планете. Диаметр от метра до и весит до 10 килограмм. Смотри, как он раскрывается. Смотри, как он раскрывается красиво. Мама кусается. Смотри, какая красота. Он кусается еще. Ну там вон какие шипы в нем. Мама, пойдем. Кто это? Вомбат? У него какаши квадратные. Итак, ребята, перед вами еще один рекордсмен. Ох, что я вам сейчас покажу. Немножечко информации про кита голубого. И смотрите, это реальный размер сердца кита. Давай. Всем хай. Я в сердце. Кого? Честно говоря, я сначала не совсем поняла, что это. Как думаете? Сав, ты что? Попка. Что? Попка. Ха! Это сейшельский орех. Ребят, сейчас вам будет шок-контент. Если я вам это покажу, то это очень интересно. Я вам покажу, если вы сейчас прям поставите лайк, подпишитесь, и тогда я вам сейчас покажу. Вот, просто смотрите, это же русалка. Русалка. Просто русалка. Они что, правда существуют? Не, у нее не зубы, а клыки какие-то. А как их трогать? А это скафандр пробный, в котором гулял по Луне Нил Армстронг. А как думаете, сколько он может стоить? 12 миллионов долларов. 12. Ребята, это реально шок. Просто шок. Сейчас вы должны поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик, и я вам покажу. Просто шок. Это просто, я думаю, не существуют они. Посмотрите, кто это. Кто? Это же пришелец. Нет, если вы подумаете, что это неправда, вот. Если вы подумаете, что это на самом деле неправда, читайте. Просто читайте. Все читайте, все для вас специально. Также в музее есть небольшие, ну, небольшие, не в прямом переносном смысле, в прямом смысле, вернее, экспонаты Владимира Анискина. Помните его знаменитую подкованную блоку? Сейчас покажу. Во. Здесь можно еще и подкачать мозги немножко. Сейчас покажу. Ну, Сав, показывай. Так. Нужно собрать букву Т. Фига себе!
тоже легко. Круто. Ребят, вот завершилось наше видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Но с вами был, как всегда, я. Меня зовут Сергей. Всем удачи, всем пока-пока.